Всем доброго времени суток. Мне задают вопросы. И смотрю, многие тарологи на Украине делают расклады по поводу здоровья Путина. Давайте посмотрим. В плане здоровья, Владимир Владимирович, ну все в порядке. Он управляет государством. Да, есть какие-то острые, горячие моменты, понятное дело, в плане здоровья. Но все окей. Управление государством идет. Как сейчас складываются, развиваются события со здоровьем? Была какая-то ситуация, когда все очень сильно переживали, но она прошла, выход был найден. Сейчас нужно бы Путину отдохнуть, немного устроить себе выходные дни, зарядиться новой энергией, новыми эмоциями. И многое нужно пересмотреть. И, в принципе, мы видим, что сейчас пересмотр ситуации происходит. Так что со здоровьем все нормально. Идет обычный процесс рабочий. Операция у Путина была. Нет, обошлись без операции. Выбирали между каким-то оперативным вопросом, либо медикаментозным. Все нормально. Все обошлось. Путин жив, и все у него хорошо. Да, человек устал. Надо поднабраться энергии, сил. Немножко передохнуть. Съездить на рыбалку, в конце концов, которую он очень любит. И все будет хорошо. Так что Украина, не напрягайтесь. И не мечтайте. У Путина хорошая защита стоит. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, если понравился расклад. И до новых встреч.